Компания ADA Instruments представляет лазерный уровень ADA Cube 360. Главное отличие лазерного уровня ADA Cube 360 от других уровней этой серии – замкнутая горизонтальная линия. Яркая красная линия по всему периметру позволяет выполнять разметку в горизонтальной плоскости, не поворачивая прибор. Вертикальную разметку выполняет отдельный лазерный луч с углом развертки 120 градусов. В месте пересечения горизонтальные и вертикальные линии образуют лазерный крест. Выбрать необходимую развертку можно, нажимая кнопку управления, замкнутую горизонтальную линию, только вертикальную линию или обе линии одновременно. Возможность отключать неиспользуемые лазерные линии позволяет значительно продлить ресурс батарей. Лазерный уровень ADA Cube 360 – самый компактный из приборов такого класса. Резиновые накладки со всех сторон предохраняют прибор от повреждений. Ребристая поверхность не дает уровню выскользнуть из рук при перестановке. Благодаря специальному лазерному излучателю ADA Cube 360 можно устанавливать вплотную к поверхностям разметки, например, для установки маяков или натяжных потолков. Для установки уровня на штативе или универсальном креплении предназначены два отверстия с резьбой 1/4 дюйма, одно на нижней стороне прибора, второе на задней части. Уровень можно установить на штатив или подвесить на магниты, а также на саморез с помощью универсального крепления. Включение и разблокировка производится одной большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке. Среднее положение кнопки включает режим «Работа под наклоном». В этом режиме можно включить линии и установить прибор под любым углом. Маятник останется надежно зафиксированным. При переводе в крайнее положение кнопки фиксатора выравнивание лазерных линий происходит автоматически. Для этого отклонение прибора от вертикального положения не должно превышать 4 градуса. О превышении наклона и невозможности автоматического выравнивания прибор оповестит миганием и звуковым сигналом. Режим работы с приемником поможет выполнить разметку при ярком освещении, когда лазерный луч не видно. В этом режиме лазерный уровень можно использовать на улице. Расстояние разметки увеличивается до 70 метров. Лазерный уровень ADA Cube 360 выпускается в 4 комплектациях. Комплектация Basic Edition – самая минимальная. Лазерный уровень, батарейки и инструкция. В комплектацию Home Edition помимо лазерного уровня, батареек и инструкции, лазерных очков входит универсальное крепление. Это надежное крепление с возможностью установки на металлических поверхностях при помощи магнитов или на любые другие при помощи самореза. В комплектации Professional Edition универсальное крепление заменено на элевационный штатив. Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте и задать угол в режиме наклона. Самая полная комплектация Ultimate Edition – все, что необходимо для комфортной работы с лазерным уровнем ADA Cube 360. Универсальное крепление, элевационный штатив, лазерные очки. Для удобного хранения и транспортировки весь комплект размещен в жестком пластиковом кейсе. Все под рукой. ADA Cube 360 – компактный лазерный уровень для точной разметки. Замкнутая горизонтальная линия 360 градусов и дополнительная вертикальная линия в сочетании с аксессуарами делают этот прибор лучшим выбором при строительстве и ремонте.